Друзьяхи, всем привет! С вами Капанда, и сегодня играем опять в Roblox на Плейси Дино Тайкун. Будем выращивать наших динозавров. Будем строить здоровый парк, зоопарк, в котором будут тусить наши милые динозавры. Так, это уже у нас третья серия. Смотрите, что мы тут понастроили. Я тут еще даже их везде по двое апгрейдил. Здесь их вообще целое семейство тирексов наших. Ну-ка, где они? Сейчас заползем в клетку к ним. Уа! Мамка, папка и два мелких динозаврика. Ха-ха-ха. Васька, Петька, наверное, какие-то, не знаю. Как их назовем? Напишите в комментарии, как назовем мелких вот этих двух. Как назвать? Как бы их назвать? Да, даже не знаю. Пишите в комментарии, как мы их назовем. Так, давайте... Это, соберем все деньги. Я тут денег подкопил. Смотрите, я накопил деньги. У меня 1 600 000. Мы сейчас понастроим сюда кучу динозавров новых. И будем расширять нашу вот эту площадку. Так, вон у нас там птеродактили. Два птеродактиля. Это что там, какие-то велосираптеры у нас. Это с хвостом здоровяки. Там с шипами здоровяки. Вон у них башка застряла. И вот какие еще здоровяков понаставил. Смотрите, это какой-то жираф, я не знаю. Как его зовут-то, кстати? Брачиозаврусы какие-то. Вау. Красотули. Какие здоровые, вон они. Ну и что, давайте глянем, кого еще можно построить. Так, ставим динозавра за 70 тысяч. Точно, мегалодон есть. Купили мегалодона и... Так. Куда поставить? Эть. Ставим вот сюда. Вау, вот это мегалодон. Это супер у нас этот. Давайте его попробуем апгрейдить. 90 тысяч стоит апгрейдить его. Бух. Теперь их двое. Мамка, папка стали. Ха. Прикольно. Так, надо залезть туда. Я хочу к ним залезть как-нибудь. Так. Тут только через отсюда надо вылазить. Ну-ка. Ой! Надо к ним обязательно залезть поплавать. С акулой надо поплавать. Эть. Так, извини, друг, ты у меня будешь в качестве подставки. Юху! Бенчик, я запрыгнул. Блин, она, надеюсь, меня не сожрет. Мегалодон, это же мега акула. Ну-ка, что там про нее написано? Один из самых больших существующих акул, которые нам известно. Ха-ха-ха. Прикольно. Так, а как это теперь отсюда вылезти? Эй, выпустите меня! Ага, я вспомнил как. Где телепорт? Телепорт на базу. Есть. Так, уже у меня места тут нету. Где расстраивать? Давайте пошлите уничтожать эти деревяшки. Так, убрать за 4000. Убрать. Сейчас тут все расчистим. За 5000, за 200. Сейчас расчистим. Так, а как тут... это сколько стоит купить? Нифига себе. Давайте покупаем. Есть, я купил за 10. Еще за 10 купим. Вот это сейчас по 10 тысяч, это недорого. Мы сейчас все скупим. Нам же надо куча динозавров. Во. Все, по 10 тысяч я все скупил. Так, выходим отсюда и расчищаем дальше. Нужно расчистить все. Деревья в топку. Так, вот 500 пока недорого стоит расчищать. Ну-ка, там далеко сколько? А, тоже по 4. Я думал, чем дальше, тем дороже будет. Все, а мы сейчас площадку расчистим и будем строить новых динозавров, да? Есть. Все, готово у нас уже. Так, можно еще денежки собрать? Вон они нам приносят. Это же у нас Дино Тайкун. Так, откуда начинать? Отсюда будем начинать. Давайте смотрим, какого следующего. За 100 тысяч какой-то белый динозавр. Нифига себе, это что такое? Ну-ка. Товарищ. Какой там здоровяк-то, а? Ну-ка, вот сюда, наверное, подальше поставим его. В самый уголок. Во, вот так вот. Вау, это какой-то тиранозавр, только белый. Ну-ка, как его зовут? Альбина Тирекс. Альбинос. Короче, это Тирекс Альбинос. Прикольно. Ну-ка, заползем к нему. Здорово, дружище. О, у него глаза красные. Злой какой-то, нет? Или добрый? Друг, ты добрый? Друг, дай мне тебя залезу. А вроде он не легается. Блин, сожрет же меня. О, нифига, у него что такое, какой-то гребешок. На спине. На спине гребень офигенный, здоровенный. Воу, прикольный. Прикольный чувак. Ну что, надо какого-то ему соседа прикольного купить.
И следующий у нас за 125 тысяч. Покупаем, конечно. И ставим вот так вот рядышком. Эй, на себя-то нельзя поставить. Бенчик. О, ага, понял. Это типа вот такого же, как где-то у меня был. Вот он. С шипами, а это тут с кактусами. Смотрите, да у него кактусы просто на спине, на голове. Как тазавру. Это интересно, настоящий, нет такой? Динозавр он был? Существовал или его тут разработчики придумали? Как тазавр. Прикольный как тазавр. Так, ну что, давайте еще кого-нибудь построим. Деньги у нас есть. О, там у меня еще целый миллион. За 175 тысяч. Покупаем. О, кто-то огненный, что ли. Ну-ка. Flame Raptor. Flame Raptor. Короче, один очень горячий раптор. Ага. Не, мне кажется, таких уже не было динозавров. А может и были. Прикольно, он огненный. Смотрите, он горит. У него здесь даже лава есть. Вулкан. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Прикольно. Лавовый динозавр, короче. Блин, клево выглядит. Ну вот он мне нравится. Лавовый динозавр вообще прикольный. С огнем такой. Блин, круто. Мне вообще нравится. Это мой любимчик. Ой. Подписчики пришли. Привет. Ислам Вро. Здорово тебе. Поздравляю, ты попал в видосик. Поздравляю. Так, ну что, давайте купим еще динозавра за 230 косарей. Вау, дорого, но деньги есть. Так, влезет сюда, нет? Ну-ка, давай. Давай. Вон туда прям залазь. А, подождите. У нас эта штука мешает. Вот эту штуку сейчас очистим и его задвинем. О, у нас какой-то этот. Сейчас посчитаем. Глазозавр. Глазозавр какой-то. Блин, давайте его подвинем. Спросит, снимаем. Конечно же, снимаем. Ну-ка, на него надо залезть. Блин, он какой-то здоровый вообще. Блин, а как на него залезть-то? На хвост может тут можно. Блин, хвост мешает. Тихо. Вау, он какой-то прозрачный. Глаз. А, все, я понял. Глаз это стакан, по-моему, либо стекло по-английски. Глазозавр это типа стеклозавр. Точно, это стеклозавр. И он прозрачный. Блин, каких они тут всяких понапридумывали. Блин, прикольно, смотрите, он прозрачный, точно. Сквозь него все вижу. Как бы искажается маленько, но видать. Он меня скинул. Обалдеть. Блин, прикольно он, прикольно. Давайте теперь с той стороны пойдем строить. И деньги соберем, деньги. Это хорошо. Так, побежали с этой стороны теперь расстраивать. Тут мы построили 4 штуки и теперь с этой стороны. О, у меня 800 тысяч осталось, что-то уже не так много. Так, о, вот здесь надо дерево вот это убрать. Надо тут побольше все расчистить. Расчищаем. И вот это чистим, и вот это чистим. Все. Нормуль. Так. А, вот же тут еще надо все чистить. Я думал, вот на этой зеленой. На этой же зеленой я не могу строить. Надо вот на этой только, на светленькой. На темно-зеленой никак не получится. Так, это все убираем. В топку. Убрать. Все это мы убрали. Все, нормуль. Так, ну что? Давай. О, здорово. Хвостатый. Хвостом я уже этот хвост давно снял. Так, ну что, давайте глянем, кого еще можно купить. Поздороваемся. Все, привет. Так, и покупаем за 260 тысяч. Окей. И ставим его вот сюда. Тихо. Ну-ка, давай залазь. И ставим. Вот прям уголок. Тихо. Давай, двигайся. Во, все. И что это такое? Как его зовут? Вот он темный. О, да он такой же с гребнем, только темный, да? Как его зовут?
Меланистик Терекс. Какой-то темный динозавр, ночной. Короче, это он из ночи пришел. Он, его ночью, наверное, офигенно видать. Ну-ка, давай залезем. Ну-ка, давай сюда. Давай. Ну дай на хвост залезть. Да, надо с другой стороны. Я хочу их всех оседлать. Опа-на. Есть. Вот он. Блин, красавчик, какой миленький, а? Тоже глаза красные. Так, лавандосик собрать надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, огонь. Построили. И давайте ему купим какого-нибудь соседа. Соседа за 300 тысяч, нифига себе, ладно. За 300 тысяч покупаем. О, у него клетка какая-то более маленькая. Может его куда-нибудь в другое место воткнуть? Давайте вот сюда спереди его поставим, да? О, вот сюда вот меня, вот так вот. Да это какой-то саблезубый тигр, да? Точно, это как из этого. Саблезубый тигр из мультика «Ледниковый период». Ага, Сабертуф. Саблезубый тигр, точно. Прикольный такой миленький кошак. О, это у него что такое? А, это типа, видите, вот точно из «Ледникового периода» это сосульки. Это типа его будка. Вот здесь он спит, наверное, да? Он туда залазит и здесь дрыхает. Это точно. Вау, покатай меня, большая черепаха. Блин, прикольно. Жалко, на них кататься нельзя. Можно было здесь поскакать, везде побегать, попрыгать. И на птеродактиле можно было бы полетать, было бы прикольно. Эть, птеродактиль. Все, деньги собираем. О, они уже приносят. Так, а кстати, где мои эти-то? А в стек я еще не собирал деньги. Ну-ка, надо посмотреть, сколько мне те принесли-то денег. Динозавры, где мой бабаусик? Где мой лавандосик и бабосик? Ого, 6 тысяч принес. Это тоже 6. Мой любимчик. Вот это мой любимый динозавр будет. Лавовый. Блин, прикольно он вообще. Как его? Флеймтираптор. Флеймраптор какой-то. Прикольно. По 6 тысяч не приносят. Так, друзья, наверное, на этом серию будем заканчивать. Если будет вам интересно, я потом еще денег подкоплю, опять миллион, и посмотрю, что еще дальше тут можно будет. Вон, еще можно будет за 350 тысяч поставить какую-то тоже акулу. Что это такое? Мозазавр какой-то. Мне на нее не хватает. У меня пока 260, а мне нужно 350. И здесь еще вон куча всяких динозавров. Сколько? Вон еще и новые. Блин, я даже не могу их посмотреть. А сколько мы построили уже? Раз, два, три. А, о, смотрите, новые появились за яйца. За яйца тоже можно будет построить. Я потом построю в следующих видео обязательно. Все, друзья, кто новый, подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте Лукаса. С вами был Капанда. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.